Всем привет, друзья! С вами Артур, и сегодня мы продолжаем играть в Forest. Так, нам надо подлутаться, потому что у меня ничего не осталось из припасов. О, шоколадки, конечно, есть. О, надо зажарить крольчатину или кого-нибудь тут. Так, кто-то испортился, они, по-моему, все испортились. Давай быстрее. Жарься, жарься. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Давай, давай. Ну уже. Кролик, ну чё ты? Что? Что? Только что ж день начинался. Уже ночь? Так, ладно. Возьми топорик. Он камня тут полный. Нет. О! И сюда палок. Ладно, все, пойдем. Надо быстро лутать всякую чушь. Ладно, побежали. Нам надо бы таблеток. Много таблеток. Бля, пещера. Да мы рядом с... Я думаю, что за хрень такая? Почему на нас все нападают? Да тут пещера, бля, рядом. Чё, есть смысл туда идти, нету? Тут же опасно, мне кажется. Давайте не будем сегодня. Вырубу. Давайте в другой раз. Надо сначала разжиться, чтобы все было. Сейчас у нас ничего нет, мы сейчас сдохнем там сразу же. Так, где мы? Где мы? Где мы? Это у меня есть. О, шоколадка валяется просто. Так она, наверное, испортилась, а я ее подобрал. Ну уже, где чемоданы? Они же тут где-то были. Давай, иди. Ой, устал. Бедный устал. А, я ж еще и яхту. А, вот и яхта. Ну вот и все. Ну и хорошо. Сейчас на яхту сплаваем. Я там был, по-моему. А что, у меня веревка? Или не был? Господи, я даже не помню. Так, рифы. Ой, бля. Выплывай, выплывай. Акул вроде нету. Нету, нету. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Как он медленно плывет. Ну. Что это у нас? Книжка. Книжка. Ячт. Фотка многоногой. А это что такое мне подобрать? Что это такое мне? А, флейра. Молоко какое-то. Потерялся бородатый мальчик. Флайер. А зачем ты его взял? И поджег. Вот ты дур. А что, им драться можно? Ладно. Так, веревка. Там еще где-то веревка. Веревка.
Еще одна. И тут еще все. Поплыли. Ой. Флайер потух, походу. Так, на этих вышках же лут еще какой-то был. О, он и не под. Давай кинь ты его. Так, где тут полезли? Быстрее, быстрее, быстрее. Нам надо столько успеть. А ты как баба карабкаешься. О, ну и что тут? О, шоколадка. Блин, я прыгнул в воду, только тут вода далеко. Так, лезь давай. Молодец. Пошли. Ты что сделал? Бля, я чуть не умер. Ну, сам. Он-то вроде жив. А, все. Так. Так, 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 так. Оп-оп-оп. Дай ну-ка дай на это панцирь. Панцирь дай. И мясо дай. О, монетки. Камень, камень. Так. Бутыль. Где тут чемоданы были? Что это такое? Деньги. Бутылка. О. Так. Деньги. Все берем, все наше. Бля, что ты машешь? Камень вскрыли. В камне мяч. Нормально. Ща мы как налутаем тут. Можно будет и в пище. А что, у меня полный? Нет. Так, окей. У меня теперь веревка есть. А зачем она мне, сам не знаю. Ну ладно. Бля, уже солнце заходит. Надо в контейнер будет зайти сейчас. Посмотреть, что там есть. Взять, что там есть. Давай, давай. Классно, освещение работает. Туда смотришь, теме ничего не видно. Вроде на пол смотришь нормально. О! О! Что это? Что я взял? Выкинь его. Блин, тут я теперь бомб могу нафигачить. Ну, таблетки, что это? Еще такое. А, кассета. Это не скрывается. Так. Так, так, так. Надо, наверное, к дому бежать. Что у нас тут по таблеток 6, монет 23. Часов нету, чтобы бомбу делать. Перьев мало, веревок 4. Блин, бутылок вообще нету. Энергии-то че, где мы будем энергию брать? Ну, конечно, жрать можно. Мясо-то у нас есть. Блин, весь день прошел и че, зря. Ничего не построил я. Опять ночью строится. Не кайф. Ну да. Что делать, придется. Придется ночью строиться. Все, палки полные тоже. Пошли, 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 пошли. Давай, отдохни. Отдохнул, пошли. Бля. Не, пожалуйста, не надо. Не хочу шуметь. Лучше прибежит сюда. Вроде не услышал. Лошара.
Котелок мне не нужен. Грибы тоже не нужны. Ладно, пойдем отсюда потихоньку. Пойдем, пойдем. Я ничего не вижу, вообще ничего. Ладно, включи зажигалку. Бля! Осел, ты чё? Точнее, олень. Быстро домой, быстро. Зайцы тут бегают. Бля! Ёпрасоте, ты чё, убогий? Этот стрёмный на нас напал. Красивый лес. Вообще красиво сделана игра. Бля, что такое? Кому я помешал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля. Где? О, я пришел. О, бля, ты что ломаешь дом? Дурак. Ну, я сам себе, конечно. Потому что я его ломаю. Так. Бля! Урод, иди отсюда. Хватит ломать дом мой. Не ломай ничего, дебил. О, да. Так. Целое все. А, все сделал, что ли? Починил. Ну и хорошо. Урод, бля, зачем ты сюда пришел вообще? Так. Так, так, так. Так, 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 так. Что бы нам сделать такое хорошее? Куда там можно поставить? Это дерево нельзя. Что такое? Что с ним не так? Так. Че ты мигаешь-то, а? Так будет красиво или нет? Если я так вот поставлю. Походу нормально. Давай так и поставим его. Да не мигай. Все. Будешь так у меня стоять. Будет красиво. Будет. О, веревка. Палки нужны. Сейчас мы наберем палок. Ну, очень удобно, кстати. Вот палок собрал. Положил. Опять собрал. Положил. Собрал. Здесь куча палок. Вот и все, видишь. Теперь только две, их больше нету. Так, что тут надо? Бревна. 32 бревна. Так, пошли, ну-ка. Так. Берем сани. И, бля, я не вижу, как ими руководить, если я не вижу, куда иду. Темень же, ё. Кто это придумал? Руби это. А, у меня веревка есть, можно соорудить. Бля, камень надо взять. Так, подожди. Может, есть? Или нету? Камень нужен. Ну-ка, дайте камень.
О, камень, так. Так, палка, камень, веревка. Ну, возьми его, ну, бери, возьми его в руку. Давай вот этим махать. Блин, куда я поставил свой сань? О. Давай, давай. Чё, кто? Кто? Это что такое поползло? Не знаю, знать не хочу. Кто хнычет тут? Да ладно тебе. Упала. Где остальные? Где бревна? Не понял. Вот ты упала. Вот, вот сюда. Куда бревна делись? Кто украл мои бревна? Только что были здесь. Наверное, не знаю. Ладно, срубим это. Блин, такими темпами мы ж никогда не соберем. Ну, падай, падай. Вот эти, блин, это енот. О, еще одна. Так, где ты? Блин, ну что, я опять просрал, что ли? Не может такого быть. Вот оно. Погнали. Так. Тащи, тащи. Но. Но. Красота. Еще надо. Заходик сделать. Да, вроде он даже быстрее, когда он пустой ходит. Так, куда мы? Заяц, прыгай. Хватай. Не хочет. Заяц не хочет. Так, поставим сюда. Блин, я устал. И голодный. Давай так, да. Тогда вот так. Ну отдохни, давай быстрее. Работать надо, никакого отдыха. Не, ну эта ночь поспокойнее, конечно, будет, чем прошлая. Все, больше нету. Такс. Ну-ка, ну-ка. Давай вот так вот. Я мерзну еще. Сейчас дохнуть же начну. Как он мерзнет, он топором машет. Мою телегу не сломал. Так.
Так, ну-ка. Где мы эти так отнесем? А то я ж потеряю. Нам не надо терять. Ничего не затерять. Такс. Бля. Кто был такой? В лицо мне влетела птица какая-то. Так, я телегу потерял. Больше бревен потерял, чем донес. Два только донес. Так, ну я как-то так шел с этой стороны. Ну, где ты? Телега, где ты? Палки, это херня. Вон он. Нашел. Да возьми ты телегу. Ну, поехали. Пенек кто-то оставил. Дерево кто-то здесь посадил. Ой, бля, да так нереально же. Да, пенек. Тяжело. О, хотя бы куст этот проехал. Так. 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 Еще 12. Это я? Я надеюсь, что я. Луна ушла, и ничего теперь вообще не вижу. А надо работать. Надо работать. Там кто-то ходит? Походу. Надеюсь, нас никто не будет беспокоить. Не надо нам этого. Не надо. Бля, надо пожарить мясо. Чувак устал. Устал, чувак, меня. Вот это... О, светло, светло. Сейчас будет светло у нас. Где костер? Где мой костер? Вот. Ну-ка. Коптись, коптись. Ой, бля, а что за... Какой-то костер. Некрасивый, я вам скажу. Какая-то текстура одна, которая всегда смотрит на меня. А если еще добавить? О, можно съесть. Все. Это хорошо. Так, куда я телегу довез? Вот она. Вот наша телега. Падай, падай. Ой, бля, а чё я уже хотел все собрать сразу. Но не буду. Да хватит жрать тут. Это не то вот это. Ну-ка, пока светло, надо посмотреть. Что это тут вообще сооружает такое интересное? Ну, вроде нормально, ладно. Тут оставим. Надо, наверное, подальше в лес уйти. Где собирать всякие мои деревья. Ох, он бегать может с ними. Нормально. Кто бы знал. Так.
начнем. Пока она падает. Ну, давай, давай. Давай, все, молодец. Больше ведь нельзя, да? Нет, нельзя, ладно. Выкинь, пошли. Давай, давай, давай. Побежали. Бля, камень, дерево, еще дерево. Так, сколько там осталось? Пять там даже, по-моему, есть. Сейчас мы проверим. А где я тут рубил? Где я рубил-то? Где я рубил? Где мои бревна? Скажите, что я их потерял. Пожалуйста, не говорите мне этого. Да убери ты эту зажигалку. Мне бревна покажи, куда дел. А, вот они. Так. Где телега? Вот она. Я вообще не в ту сторону уехал. Не надо мне тут задыхаться. Ты мне собери лучше вот бревна и все. Все твоя работа. Ну? Только одно было? Все? Так, нам надо пять. У нас пять. Так, ну и хорошо. Так. Полезли, проверим свой дом. Да, кустарник тут какой-то у нас в доме. Ну, сохраниться можно. Вид красивый. Ну, хорошо, да, что тут. Надо вот на такие деревья делать. Там кустов тогда не будет. Ясно, ясно. Так. А что мы можем еще сделать? Интересно, интересно, что я такое вообще? А что я такое?
Что это такое? Флор холл. И чё? Ещё ничего. Непонятно. Так. Ага. Построим вот такую. Нет. Нам надо, наверное, чтобы веревка была в эту сторону. О, вот на этой веревке строим. Так. Build. Вот это. И поверни мне ее сюда. Вот так вот. Подожди, подожди. Или там другое дерево. Другое дерево вот там, да? Ну-ка, ну-ка. Ну, так вроде нормально. Так. 14 бревен. Офигеть. Сколько работы. Блин, надо, наверное, вылазку сделать. Так, давай это срубим. Она уже начала рубиться. Надо вылазку сделать, да. Сбегать за питьем. Пить. Так тихо. Тихо-тихо. Да вас еще и трое. Я только что говорил, что тишина, как. Хорошо, вас четверо. Ну-ка. А, вот же, пауза вроде бы. Так. 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 Все. Иди сюда. Идите, идите. Кто хочет гореть? М? Ну? Ну? Ты? Пожалуйста. Вы? Ну, пожалуйста. Женщина, лысая женщина. Иди сюда, иди сюда. Куда побежала, скотина? Рассказать всем? Вот, падла, ты чё? А, она хочет, чтоб я бежал, бежал за ней, заблудился. Куда делся, скотина такая? Так, ладно. О, здорово. Тебе не хватило? На, пожалуйста. Пожалуйста. Падаешь. Умирай. О, батончик шоколадный. А попить ни у кого не было. А эту шпалку можно было подбирать. О, подобралась. Так, ну ладно, все хорошо тогда. Где я рубил? Вот тут я рубил. Ну. Вот и все. Справились с этим. Давайте бревна довезем, строим, достроим эту платформу и не, не достроим, у меня энергии нету, шоколадки тратить не хочется, это же вроде все же как еда, а не энергию, чтобы восстанавливать. Конечно, у меня мясо много. Ой. Мяса-то много, можно мясо сожрать. Энергию вроде восстановит.
Может, так и сделаем? Давайте так и сделаем. Такс. Надо коптильню сделать, чтобы повесить все и все. Готовилось. Взял, подбежал, сожрал, побежал дальше. Все. Никаких проблем, ничего. Так. Вот. Вот это мы и прифигачим куда-нибудь. А куда? Сюда? Не, не сюда. Так. Давай я куда-нибудь. Даже не знаю. Сюда на поляну. Чтобы оно коптилось. Хорошо. А у кого тут палки есть? У меня есть. Вот и все. Так, где нам нажрачка сгоревшая? Ну зашибись. Ну зашибись. Кто ее спалил? Да поджигай ты уже его. Так, ладно, надо сюда повесить еду. Кук. О. А это мы зажарим опять. Да возьми ты мясо-то кусок. О. Чё-то вы какие-то маленькие были-то огромные, я вас убивал. Чё тут какие-то малыши висят? От них же и не наешься. Ну? 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 О, ну все, не полностью энергию восстановил. Уже плохое мясо, походу. Так. Палки не хватает. Так. Все. Пусть у нас тут мне не нужны. Так, как можно черпануть воду? А, во. О, супу. Сразу супу черпанули. Так. Это все. Нифига ты там. У меня сейчас вся вода выкипит. Жену прям в костер-то кинул. Под палки прям кинул. Давай быстрее. В воде-то вскипеть тут 5 секунд. На углях-то. Ага. О, ты прям горячий херач. Ну молодец. Ну ты молодец. Горячую воду прям взял и выпил. Он даже не заметил, походу. Так. Где тут у нас была пещера? Прям рядом где-то была. О, кролик. Вот она. Так. Ну-ка, пойдем сходим. Сделаем палку себе.
Горячую. Так. Вот чудесно. Сделаем небольшую вылазку в пещеру. Может, найдем что-нибудь? Я надеюсь, конечно, что что-нибудь найдем. Попить, пожрать. Так, это все ерунда, это нам не надо. Ну вы нам тоже не нужны, как вы. А че ты орешь-то, крезанный? Разбудишь же всех. Видишь, человек взбесился. Конечно, это... О, деньги. Это не очень интересно, что их можно вот убить одним факелом, и ты ходишь с одним факелом, и все. Также неинтересно. О. Бля, тупой мяч, из-за тебя у меня палка теперь не горит, дебил. О, да. С мячами надо быть поосторожней. Так, но как бы нам попить надо. Это все хо. О, это все хорошо, конечно. Но где попить? Хм. Веревка, деньги. Денег кто-то валяется. Миллионером можно стать. Так. Хм. Череп. Не, но... Как бы... Попить дайте человеку-то. Открытый чемодан хотел открыться. Ну и он открылся. Подожжу палку еще раз. Пойдем дальше. Так. О, веревка. Как же веревку-то пропустил? Так, 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 так. Топорик. Походу плохая идея. Давай этим. О! А я тут палкой машу. Как дурак. Так. Поджигаем. Давай быстрее. Красиво вода течет, кстати. По камушку. А чего? Не знаю, но красиво. Так. Пошли, пошли. Нам нужно пить, пить нам надо. Ты спать иди. Хары тут бегать. Ты дай нам Да сдохни ты, хватит махать тут своими руками. Нам надо бы энергетика. Блин, опять топор доставать. Ну выпей последнюю банку. То сломать эти доски. Во. Во. Ну наконец. И чё это?
Что-то мне дало. И зачем? Просто так? Ну охренеть. Ты меня обманул. Шоколадка. Бля! Чувак, так, чуть не убили меня. О, фонарик. А где он был? Я взял фонарик. Бля, где я? Да я ничего не вижу. Ну-ка, дай мне палку забинтованную. Поджигай. О. О, дурак сгорел. Я фонарик взял. Так, фонарик. А, у фонарик есть. Ну и хорошо, все. Ну, попить-то ничего не нашли мы. О, бля. Так, надеюсь, что здесь что-то есть. Так. Я не умер? А почему он отпустил-то, ёлки-палки, блин. Уже второй раз отпустил просто и падает, но не умирает, конечно, это хоть хорошо. Так, крестик. Мы нашли крестик. Так. А, это место, где там вроде должна быть... А что там так светло? Должна быть металлическая дверь большая. Ну, туда сейчас не вариант плыть, это очень долго. Ладно, пойдемте. Кстати, а может я тут могу построить себе избу? Ого! Реально? А, у меня, наверное, столько пауэр-то не будет. Так. Палка. Не палка. Дайте мне палок. Я очень надеюсь, что есть палки. А их нету. Блин, три палки надо всего лишь, но... И что делать? Чувак, что делать? Надо пойти наверх. А он может от того упал, что у него энергия кончилась? Ну-ка, не буду я рисковать. Еще лезть же, не знаю сколько. Можно попробовать на той второй веревке, там меньше лезть, меньше падать. Ну охренеть, в реале походу из-за этого он и падает.
полезем потихоньку. Полегоньку. Тут даже если у тебя будет полная эта энергия, ты не залезешь никаким образом. А, на следующий раз дострою эту палатку. Надо бежать отсюда. Все, молодец, залез. Давай, 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 давай. Ты успеешь залезть. Не падай, молодец. Так. Теперь бы еще и выход найти. Это он. Я надеюсь, что это он. Так, 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 так. Быстро, быстро. Пойдем тогда сохранимся, и в следующей серии мы сходим туда в металлическую дверь, возьмем с собой, наберем палок, и там тогда сделаем палатку, пусть она будет, ну раз уж начали. А пока тогда сохраняемся. Давайте на всякий случай на второй слот. Сохраняемся. И... Ой, ты что такое передо мной? А где я? Даже так? Ну ладно. Все тогда. И... Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Обязательно комментируйте. Все, всем до встречи, пока.